Мась, смотри, это твой логотип. Смотри. Понимаете? Вот понимаете, почему я почувствовала, что это мой город? Теперь вы это понимаете вообще? Вот. Все. Теперь все пазлы сложились. Все, все вообще. Это вся красота была построена для тебя. И ради тебя. Все. Я обожаю Мэгги. Детка. Мэгги, хочу вам просто еще вот... Я все думаю там пост написать, очень такой глубокий, серьезный, про очень здесь популярную такую личность, Мэгги Гагетидзе. Я познакомилась с ней, ну, с ее творчеством в интернете, просто прослушала все ее альбомы. И вот эти вот песни, которые, они просто взрывают мозг, они поднимают вообще, я не знаю, меня на какой-то вообще... верхний энергетический уровень, и когда я их слушаю, у меня прям все внутри открывается, раскрывается. В общем, я сделаю этот пост, все-таки я доведу свои мысли до логического завершения и это все опубликую. И у Мэгги есть такая песня, называется «Солнце», и там поется, что этот мир для тебя, возьми его, держи его, и будет тебе счастье. Верь или не верь, здесь только ты. Возьми в руках, это твой мир, не остановить. Возьми в руках, это твой мир, не остановить. Он бьет на части меня свои мысли и бьет. Сердце не хочет остановиться. Мужчины еще тут очень любят ходить вот так, под ручки. Они вот так идут, такие. Еще это Comedy Club, по-моему, вот только я вчера загрузила. Кто смотрит мои сторис, это как Юрок здоровается такой. Здравствуйте, Юрок. Такой, ой, вы грузины? Ой, ребят, вы грузины? Такие, здравствуйте, Юрок. Здравствуйте, Юрок. То есть грузины вот так вот, все. Сосно. Юрец. Юрок. Юрец. Гия. А, вы грузины, что ли, пацаны? Да. А, то есть еще раз я здесь. Здорово, Юрец. Юрец. Здорово, братан. Юрец. Юрец. Вот, в Испании, кстати, тоже испанцы так здороваются. Не каждый понимает российский мужчина, если с ним так поздоровается грузинский мужчина. Пока он не вкусит вообще вот это вот все, и пока у него не появятся реально настоящие друзья вот этой замечательной нации. Опять мы заходим, мы возвращаемся сейчас, потому что нам позвонили и пригласили нас замечательные грузинские мужчины отужинать. И, ну, это деловая встреча, ничего не подумайте. Потому что отужинать здесь приглашают, ну вот, это нормально. Пригласить женщин отужинать и поговорить, обсудить какие-то бизнес-процессы. Здравствуйте. Здравствуйте. А откуда гости? А уже не гости, в общем-то. В общем-то, мы уже не гости. Мы уже с вами. Мы уже тут. Тут как я думала, я уже летом здесь освоюсь. Но еще лето не наступило, знаете, ребят. Но я уже чувствую себя уже здесь. Как мне многие говорили, что кто меня давно знает, говорили, что у меня есть такое свойство быть как в матрице, очень быстро встраивается в системы, в разные, будь то какое-то общество, социум, может, это какой-то бизнес, компания. Но так как я быстро могу встраиваться, я могу очень быстро выходить из того, где мне некомфортно. Были времена, где я застревала,
Но это тоже опыт. Жизненный опыт. Смотрите, полиция стоит. Так, а на пьяцу нам туда. Да. Посмотрите, как вообще. Вот это сказка грузинская. Вообще. Это Грузия. Обожаю тебя, Грузия. Сакартвелос гаоморжос. Да, да. Сакартвелос. Сакартвелос. Это первый тост, который поднимают за грузинский. Первый столом. И последний. Да. Мир во всем мире еще. За мир. В умах, мир в умах людей. Мы желаем вам мира во всем мире. В умах. И мира. Будь в вашем уме мир, и будет мир во всем мире. Если душе. У каждого человека будет мир в голове, то будет мир во всем мире. Вот смотрите, два шпиона за нами. Два грузинских шпиона, видите? Я только что говорила, что мужчины здесь не ходят. Ну, за руки нас никто не берет, понимаете? Мы идем и идем, что? Ну, так спеши. Мы просто идем навстречу, медленно. Спешка очень. Они говорят, что они, если мы так будем быстро идти, они не смогут нас догнать и не смогут с нами познакомиться. Здравствуйте. Вы весело ходите, нам тоже понравилось. Вам комфортно, если мы вас снимать будем? Конечно. Да? Ну давайте нам, расскажите. Что рассказывать? Как происходит у вас тут все? А вы откуда? Сперва надо познакомиться, чтобы такое быстро, чтобы все. Да, чтобы уже быстро рассказали. Какие тогда такие серьезные вопросы задавать? Серьезные вопросы зачем? Не надо серьезно. Все поверхностно здесь, да? В Грузии. Нет, серьезные вопросы. Нет, почему? Нравится наш город вам? Да. Мы влюблены вообще. Очень хорошо. Мы влюблены в Грузию, в грузинских людей. Надолго вы? Хотим пройти вот эту. Надолго приезжали отбежать? Мы здесь живем. А, очень хорошо. Очень хорошо. Да, спасибо. Вот видите, мы же сказали, что здесь никто за руки не хватает. Очень порядочные люди. Все у них по порядку. И посмотри, все машут в камеру, все машут.